Написал он его 27.12.1998 года. Это очень удивительно, замечательное стихотворение. Мне жизнь напоминает сон, прекрасный, грустный, любовь и чувства фантастичны. А персонажи все как статуи. Мне сон напоминает жизнь такую мозаичную, цветную, почти реальную. Шматный и порой смешной, коллизии его, увы, привычные, а все сюжеты просто неприличные. Мне сон напоминает жизнь далекую, совсем другую, счастливую, а иногда такую проснуться хочется и не могу. Ведь я не сплю, нет, я не сплю, сон наяву и жизнь во сне. Ржавленным прутом испытывали силу, затем велели рыть могилу. Надутый, будто еж, увешанный оружием, а может, ты споешь? Смеясь, спросил хорунжий. Луна ползла, как тиф, безжизненно, сурово, и вздымился мотив, и прозвучало слово. Пел песню комиссар, пел, выбрав гимн из гимнов, пел, будто воскресал, пел, голову закинув, пел, будто пил вино, пел, хвастая здоровьем, мы наш, он пел, мы новый мир хрипел, построим. Черт, как земля, мертвым, как избами, пел рейф, еле шевеля разбитыми губами, шептал слова не в такт, упрямо повторялся и получал так, что он не пел, а клялся. Литые фразы жгли, унижаясь, Харунжий крикнул «Блин!», а песня продолжалась. Была в грозе сродни, сверкала и трубила. В глазах солотни дрожали, карабины дрожали, молодцы, не встать и не прыть.